Ну, здравствуй, лагерь. Здравствуй, ностальгия. После этих слов здесь должно было быть что-то типа... А ничего этого сегодня не будет. Потому что прошла первая ночь нашего фестиваля, а похмелья нет. Евгений, помнится, у нас был сценарий? Не помнится. Ребята, а я сценарий распечатала, чтобы вы не забыли. Маша! Ну а что вы хотели? Ни душа, ни туалета, всю ночь в палатке. И первая миниатюра называется «Современное ограбление». Всем стоять, это ограбление, просто деньги! Ух ты, прикинь, нас походу грабят. Ты можешь в твиттер скинуть? Сейчас только зачекинешь. Ха, прикинь, я Лёху нечаянно тут зачекинил. Эстонский турист и его гид в национальном парке Австралии. Вот, и это наш парк, здесь эвкалипт, животные. О, какое забавное животное! Посмотрите, как оно весело резвится! Ух ты, а где оно? А вот оно! А кто оно? Это коала. Ну, пойдемте дальше, покажем вам все. Ох уж эти забавные профессии! Самые веселые саперы в мире! Давай, здесь легко! Вот смотри, повторяй за мной. Спонсор нашего выступления – школа саперов «Красный провод». Наши выпускники разлетаются по всему миру! Один мальчик рассказал такую страшную историю одной девочке, что она забеременела от страха. Страшилки нашего лагеря. В черном-черном городе есть красная-красная дверь. А за красной-красной дверью стоит желтая-желтая пианино. А за желтым-желтым пианино сидит голубой-голубой человек. Сидит и говорит. Иди сюда, я вам сейчас расскажу. Одной девочке мама говорила: никогда, никогда не покупай еду в IGA. Но однажды девочка забыла, пошла и купила еду в IGA. А потом зашла в Коулс, сравнила цены и умерла! Одному мальчику мама говорила: никогда, никогда не езди в Сидней.
уехал. А потом вернулся. И все увидели, что он... Собутыльник! Саша, Влад... Собутыльник! Макс, вопрос по горизонтали. Собутыльник трудовика, 6 букв. Физрук? Итак, представьте, физрук заменяет учителя математики. И раз, и два, и три, и четыре. А дальше? Закончили упражнение. Физрук устроился в банк. Всем стоять, это ограбление. Давай быстро деньги. Деньги давай быстро. И раз, и два, и три, и четыре. Физрук в колл-центре. Здравствуйте. Если вы хотите соединиться с отделом маркетинга, нажмите «И раз!». Если вы хотите соединиться с отделом продаж, нажмите «И два!». Если вы хотите соединиться... А теперь физрук играет в морской бой! «И раз!». Ранил. «И два!». Ранил. «И три!». Ранил. «К1!». Мимо? А, стандартная история. Родители отправили своего ребенка в лагерь в летний и не видели его все лето. И вот теперь представьте, у ворот детского лагеря конец смены. Смотрим. Дочка, давно не видели, 3 месяца, наверное, выросла, повзрослела. Папа, привет! Ой, доченька наша, ты так сильно повзрослела! А я больше не девочка! Сказать. Вообще, вот мы находимся... Мы находимся в этом лагере. Что такое? Ты что, не слышишь, что ли? Может быть, хватит уже? Объявляйте следующий номер. Алло. Привет, не спишь? Да, ты что, какой спишь? 4 часа утра. Не сплю, конечно. Я так и думал. Поэтому и звоню. Не поверишь, я вышел на улицу за сигаретами и сейчас играю «Кто хочет стать миллионером?» С Максимом Галкиным? Да не поймешь. Их тут трое, и у всех лица в масках. Короче, вопрос. Что с вами собирается сделать трое неизвестных ночью в темном переулке? У тебя 30 секунд. Придурок, это у тебя 30 секунд. Тебя пытаются ограбить. Уверен? Да, конечно, уверен. Итак, мой ответ, вариант Б, попытаются ограбить. И это правильный ответ. И вы выигрываете 1000 рублей. Братан, спасибо. Три коры,
коровы, 33 коровы, 33 коровы, новая строка. 33 коровы, пока мы пели снова, на кухню вас бежало молоко. Пацаны, шухер, мурак молоко сбежал и забрал с собой похмелиться в погоню. А тем временем на пустыре за городом. Здравствуй, молоко, я помог тебе сбежать. Меня зовут Селедка. Спасибо, Селедка. Теперь мы должны держаться вместе. Ну, может быть, не так близко. Я украл похмелиться у шерифа. И теперь нас двое, и я его обязательно одолею. Отличный план! А как мы будем делить опохмелиться? Ты что, с балаклавы, что ли? Сразу делить опохмелиться. Сначала докажи мне свою годность. Я Селедка. Моя годность не ограничена. Тихо! Шериф Печнюшка где-то рядом. Как ты его чувствуешь? Носом. Это овсяное печенье где-то рядом. Бежим отсюда! Какой странный запах тут. То ли молоко тут разлил, то ли селедку кто-то чистил. Так, а где мой верный помощник? Шеф, я тут. Колбаски. Колбаскин, ты не ощущаешь, что от наших фамилий у зрителей уже слюнки текут? Да нет, у меня еще с детства отсутствует чувство самосохранения. Ну что ж, в этот раз молоко селедку удалось слиться, но в следующий раз я обязательно их поймаю. Продолжение следует. Я хотел бы сказать спасибо отряду, от отряда благодарных парней, отряду благодарных девиц. Это все для вас! Благородных девиц!